Всем белкам! С вами Катя Бельчик, и сегодня у нас будет небольшой видеоролик о том, как оформить футболочку своими руками к лету. Как это модно сейчас говорить? DIY. Зачем мы, собственно, вообще это будем делать? Ну, во-первых, потому что это круто сделать что-то своими руками, а во-вторых, если вам надоели магазины футболочки с котиками, то, может быть, пора уже сделать что-то новенькое. Я выбрала свою любимую морскую тему и решила сделать достаточно простую футболочку с китами. Давайте посмотрим, что нам для этого потребуется. Ну, во-первых, это футболочка, она, возможно, новая, может быть, старая, уже постиранная. Вот, как вам нравится, может, белая, может, серая, как вам угодно. У меня вот такая хлопковая белая футболочка. Затем, самое важное, это госпожа картошка. Собственно, да, интересный такой овощ. Посмотрим дальше, что мы с ним будем делать. Кисточка. Вот красочки. Собственно, голубая и белая. Нам нужна, я просто не определилась, какой оттенок голубого будет. Вот. Так. Кстати, да, очень важно, что красочка должна быть именно по ткани, иначе ничего не получится, и рисуночек ваш смоется после первой стирки. Потом мы будем в конце видео еще ее закреплять утюжком, и тогда она будет отлично держаться. Так, собственно, да, вы, возможно, подумали, что это кулинарный выпуск, но нет. Дощечка, потому что мы будем резать картошечку, вилочка, потому что мы будем ее есть, но нет, конечно, увидите потом. Так, что у нас осталось? Тряпочка, ну, эту кисточку вытирать, водичка для краски. И какая-нибудь нам нужна дощечка, может быть, у вас будет холст, что угодно, чтобы натянуть нашу футболочку, чтобы не прилипли друг к другу ее части, чтобы нам было удобно рисовать. Ну, у меня вот такая вот штука есть, вот клей вообще, просто доска, я на необычной брошке крашу. Вот, ну, у вас может быть что угодно. Итак, для чего же нам была нужна картошечка? А для того, чтобы из нее сделать крутые фигурки китов. Я уже, честно говоря, заранее поэкспериментировала и подготовила вот парочку вот таких вот штучек. Вот, у меня получилось два кита разных, я пока еще не выбрала, какой из них будет у меня на футболочке. Давайте же посмотрим с вами. Итак, собственно, режем напополам аккуратненько. Важно, чтобы вы порезали ровно, иначе краска будет попадать в ямки и не будет ничего хорошего из этого. Вот. Далее мы берем и выбираем картиночку кита, какую вам нравится. Вот у меня Wi-Fi включился, поэтому сейчас. Так. То есть мы выбираем какой-то рисунок, очень банальный, листаем картиночки, То есть какой вам по душе будет китяра. Так, мне вот вообще нравится вот такой формы кит, потому что я обычно рисую других китов. Вот сейчас хотелось бы такой именно взять. Вот, собственно, ну, кладем его рядышком. Итак, как нам здесь быть? То есть вот, как боязнь чистого листа, так боязнь картошки, боже мой. Можно взять какой-нибудь старый маркер или ручку, которая уже не пишет, и ей, собственно, сделать небольшой такой эскизик. Вот, потому что прочертить, так как все-таки, если вы возьмете хороший фломастер или ручку, он у вас явно уже испортится. А этой штукой достаточно просто взять себе и наметить что-то. Вот. Господи, это какие-то незабываемые ощущения. Чистить. Красить картошку. Боже мой. Так, ну тут на самом деле вообще полнейшая импровизация. Главное, плавнички не забыть. А то кит не поплывет у нас, нифига. Ну, примерно вот, то есть наметили, да, своего кита. Так, что у нас будет дальше, дальше. И дальше мы берем, опять же, вот этот контур прорезаем. Ножичком, осторожненько. К такому меня жизнь не готовила. Достаточно такая ювелирная работа, на самом деле, да? Осторожно здесь, чтобы плавнички у вас не вылезли.
Так, теперь самое интересное. Вот как бы вот так вот ее вырезаем. Вырезаем, отрываем. Ну, в общем, тут такой прям хардкор полный начинается на самом деле. И я называю это кто как умеет. Но выходе все равно это хорошо получится, просто это выглядит немного странно. В общем, вот такой китяра у нас получился. Итак, теперь мы берем нашу футболочку. Уже я предварительно тянула ее на свою дощечку, зацепила здесь по бокам булавочкам, чтобы она была достаточно плотненькой. Чтобы киты не были у нас скучными, я решила их сделать слегка градиентными. Пугайтесь, это будет вообще совсем просто все делать на самом деле. Просто так реально будет гораздо круче, интересней. Берем нашего кита. Так, кисточку может быть даже и поменьше можно взять. Ну так, у нас такой тут всегда на рабочем столе. То берем, значит, мы здесь еще водичку, но только нам не нужна. Так, начинаем мы с того, что немножко белым. Да, вы подумайте, зачем белый, если у нас белая футболка. Ну, сейчас все увидите. Вы можете взять еще даже темнее, например, синий. Мне кажется, это тоже достаточно прикольно должно получиться. Ух, ну что, будем с вами экспериментировать. Краски нужно больше было. В принципе, можно это делать на вилке, можно это делать руками. Примерно представьте, как вы хотите, как вы видите композицию. Да? Ну, я хочу сделать такой паттерн. Вот как сейчас модно. Ну, то есть как-то так, 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 так. Берем Геракл. Вот такой кит. Вау, прикольно получилось. Немножко здесь водичка, но это все на самом деле ничего страшного. Кстати, да, вот нужно лучше пропитывать картошечку бумагой. Ну, собственно, так, поехали мы и дальше. Теперь дайте всему этому делу подсохнуть. И потом мы просто прогладим это через тоненькую любую тряпочку. И все, наша футболочка будет готова. Ну что, ждем.
Вот что у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И если вы тоже сделаете такую крутую DIY-футболочку, обязательно писайте мне ВКонтакте. Все ссылочки на меня есть в описании. Всем творческая белка, спасибо за просмотр.